Мои хорошие, мои дорогие, всем приветик. Всем приветик. Мне прислала посылку моя зрительница канала по имени Ольга. Огромное-огромное ей спасибо. Я уже смотрела. Она сначала не хотела, чтобы я показывала обзор делала. Потом мы согласовали, она дала добро на обзор вещей. Вещи я уже посмотрела, вещи все хорошие. И сейчас проведу, кстати, тунику, в которой вы меня видели, это с этой посылки. Огромное-огромное спасибо. Сейчас я проведу вам обзор и, конечно же, примерю для вас, чтобы вы видели, какие вещи мне прислала зрительница. Коробка на 11 или на 13 килограмм примерно. Огромное-огромное еще раз спасибо ей. Сейчас с вами поделюсь. Мои хорошие, вот она я, всем приветик. Первая на обзор. Тунику вы уже видели, я еще раз вам ее покажу сейчас. И первая на обзор такая кофточка, летняя такая блузочка. Мне еще не прикидывала на себя, не надевала. Сейчас одену и вам покажу. Очень хорошую кожаную сумку прислала. Сейчас я вам ее тоже покажу. Толя, секунды. А ну-ка, посмотрите, как вам кофточка. Как вам такая летняя кофточка? Мне понравилось. Так хорошо сидит, можете посмотреть. Отличная, летняя. Плечи открытые. И сейчас сумку покажу вам. Сейчас сумочку покажу. Не знаю, вечером видео снимаю, не знаю, свет как будет падать. Это должен быть хороший свет. И такая сумка кожаная. Такой летний вариант, освежающий, приятный. Мне лично понравилось. Сумочку тоже покажу. Такая сумка, все новое, все хорошее. Замочки такие хорошие. Вот, можете посмотреть карманчики. Много карманчиков. Еще пустики, еще пустики. Как раз под вот эту блузку. Вот эту кофточку. Посмотрите, сейчас я их надену. Сейчас я их надену. Так, сейчас надену пустики. Пустики, пустики. Кстати, я люблю жемчуг, очень люблю жемчуг. У меня такие классные бусы с черного жемчуга и с белого жемчуга. Остались в Харькове. Люблю, бусы люблю. Так. Толя, секунды. А ну-ка, посмотрите. Посмотрите, вот так с пустами, красиво, с сумочком. И в сумочке, это не только сумочка. Сейчас покажу, что еще внутри. Такой летний наряд. Летний выходной наряд. Красивый, согласитесь. Сумочка удобная, кофточка. Я видела такую кофточку, я не могла найти своего размера. Мне вот такой дизайн очень нравится. Летний, уже, конечно, лето проходит к своему завершению, последний. День летом, тут такой футляр для очков солнцезащитных, такой красивый, так, футляр, тут такой телефончик положить, ну так выйти, очень удобный, тоже под цвет сумки, все одной фирмы, шикарный, сумочка, и конечно же, так как я курящая, мне такой портсигарник. Шикарный, красивый. Для сигарет. Такой красивый. Надеюсь, вам понравилось. Очень довольна. Это еще не все. Тут еще много чего показывать. Сейчас я вам еще покажу. Такие браслеты. Ну, такой пляжный вариант, смотрите. Пляжный такой вариант. Сумка, конечно, не пляжная, но подходит к наряду. И вуаля, сейчас другое покажу. Она хоть нормально пишет. Такие штанишки.
такие красивые. Сейчас их примерим. Сейчас их надену. Все с ярлыком. Все новое. Можете посмотреть. Хорошие такие вот эти штанишки. Я просто, ну, мне они очень понравились. Такие шароварами, они с карманчиком. Сейчас надену вам, покажу с них. Такой лук. А ну-ка, посмотрите. Штанишки бесподобные. Сорочка тоже такая. Такой стиль. Классический. Классический стиль. Посмотрите. Как вам? Очень. Вот эти штанишки мне они просто... Я без ума от них, вот честно говорю. Очень понравились. Я посылку... Посылка пришла 3 дня назад. Я ее не раскрывала. Ждала, пока мне дадут добро. Вернее, я ее посмотрела, но не раскрывала. Так, тут у нас еще, что у нас есть? Такое кашне красивое. Шикарный такой шарфик. Шикарный. Красивый такой. Не под этот наряд, конечно, но просто вам продемонстрировала. Под этот наряд он, конечно, не подходит. Это под что-то такое легкое, такие цвета. У меня, кстати, такого цвета есть блузка. Малиновый такой цвет. Я не знаю, камера передает вам цвета. Вообще там пишет что-то. Вообще там что-то пишет. Да, пишется. Все, все. И такой шарфик. Еще 2 пары брюк я вам не показала, потому что я начала показывать брюки. Эти первые, кстати, начала показывать. И, оказывается, не включила камеру. Ну, бэблогер. Такие типа джинсы, хорошие брючки такие тоже, все с ярлыком, не переживайте. Такие красивые, расцветка такая, прелесть, я не знаю, камера это сильно передает цвета, прелесть. Как раз под мой, как раз на меня они, как раз на меня, резиночки по бокам, так что есть куда полнить, шикарные. Бриджи, бриджики, сейчас вам тоже покажу такие бриджи. Ну, скажите, офигенные, мне понравились. Тоже же на крупных девочек, как и я. Все под меня, все под меня. Такие, они чуть-чуть уплотненные, но в сильную жару их не наденешь. А вот так, это 20-25 градусов, то, что надо. То, что надо. Так, сейчас будем смотреть дальше. Будем смотреть дальше. Так, а это у нас что-то такое, ой, какой сарафан, платье, сарафан, так, не, это платьице, платьице, конечно же, надену, я платье люблю. Для полненьких девочек, сейчас я надену, вам покажу, доля секунды. И вуаля, доля секунды, я платьице. Платьице такое летнее, легкое, такое, внутри есть, можете посмотреть. Прелесть, прям, и ткань такая приятная, как раз вот на такую погодку, как раз на такую погоду, когда жара, расцветка хорошая, красивая, замечательное платье такое, я думаю, вы рассмотрели. Скажите, на мне сидит оно замечательно, на мне оно просто обалденно сидит. Так, это у нас такая кофточка тоже. На полных девочек, все на полных девочек, шикарно, шикарно. Такая кофточка, отличная, отличная кофточка. Сейчас тут еще много вам интересного показывать. Так. Колготы. Так, что это у нас такое красивое? Тоже летняя кофточка. Посмотрите, какая шикарная, красивая. Тоже ж на пышных. На нас пышечек. Красивая, светлый цвет. Мне вообще светлые цвета на лето. Это вообще это изумительно. Это изумительно. Так. Еще. Я уже посмотрела. Сейчас вам покажу еще раз. Тунику вы видели в предыдущих видео. Такое я платье люблю. Такое шикарное тоже платьице. Платьице очень красивое. Сейчас надену, вам покажу с ним. А ну-ка, как вам? Такое платьице тоже.
хорошим, такое воздушное, приятное. Я ебанашка, лежит на столе расческа, я еще расчесываю. Ну вообще, такое платьице. Летнее, легкое, непринужденное, абсолютно такое. Абсолютно легкое платьице. Ну как вам? Ставьте лайк. Это еще не все, это не все. Так, что это у нас такое? Что это? Так, тоже ж такая. Такое тоже платьице. Платьице тоже красивое. Наверное, надену. Надену, потому что оно стоит того, чтобы его надеть. Сейчас увидите. Сейчас, мои хорошие, одну секунду. Так, этот вариант платья, я рукава не поправляю, пока так просто надела вам продемонстрировать. Этот вариант платья такой, ну, примерно на такую, на свежую поводку, потому что шаровая ткань плотная, по жаре не наденешь. Ну, как я вам хочу сказать, облегающая фигура выделяет, облегает. Мне оно понравилось. Мне понравилось, конечно же. Если у вас есть комплексы каких-то недостатков, это платье вы не наденете. Я прямо как магазин, интернет-магазин. Нет, я вам просто демонстрирую. И еще раз огромное-огромное спасибо зрительнице за такой прекрасный подарок. Это лишний раз подтверждает то, что мой канал полезен вам, то, что вы любите меня смотреть. И ваша благодарность огромное-огромное спасибо вам. Сейчас еще покажу, тут еще не все. На зиму зимний такой свитер. Свитер шикарный. Посмотрите, какой свитер. Сейчас не буду надевать, потому что у нас очень жарко. Такой красивый воротник. На зиму, чтобы я не замерзла. Во! Огромное спасибо. Огромнейшее. Вещи все хорошие. Сейчас еще это не все. Тут еще у нас есть, конечно же, безусловно. Посылка огромная. Посылка большая. Такие джинсы. Ну, это такие зимние, они тяжелые. Они увесистые, такие зимние джинсики. Джинс, качество джинса, видно, хорошее. Я сразу могу оценить. Брючки хорошие, джинсики хорошие. На зиму. Во! Пушка, бомба. Так. Что у нас еще тут имеется? Так, сейчас будем смотреть. Такие. Ого, сколько? Сколько пар? Ну, это такие более летние. Тоже шикарные. Они укороченные. Я думаю, я в них влезу. А если не влезу, зиму будет похудеть. И вы будете рады, и мне неплохо. Так что экономия денег прежде всего. Худеть – это экономия денег. Хотя не всегда. Есть различные диеты, которые, если человек худеет, он больше тратит. Потому что там такие продукты идут, которые дороже обычно. Но я... Мне все равно, как... Я не комплексую фигурой. Фигурой не комплексую. Ну, сами посмотрите. Умница, красавица, шикарная бабенка. Так, такой шарфик тоже, ну шикарный, посмотрите. Посмотрите, какой шарфик красивый. Под платье, конечно, не под этот наряд, но я просто вам демонстрирую. Красота, красотень. Так. Целая коробка, я еще раз говорю, огромнейшее спасибо. Так, это что у нас, что мы имеем, опять джинсы. Там я думаю, черные джинсы, не знаю, камера передаст вам цвет. Черные джинсы, тоже на такой, на осень, весну. Такие более-менее утепленные, ну не знаю, я там лично, честно, спарюсь в них. Такие джинсики, потому джинсы не меряю, потому что шарка. Ну отличные, качество видно тоже хорошее. Огромное спасибо. Оля, зрительница Ольга, Ольге огромное спасибо, огромное просто. Так что мы и что тут имеем? Это, оказывается, не все. Это не все. Такие тоже штанишки для крупных девочек. Ну, это такие более такие, выйдем в магазин, ну, тоже хорошего качества. Видно такая тоже, ну, я бы не сказала, что летние, потому что плотные, хорошие. Так, сколько вот там у меня, чтобы
главное, чтобы писалось, потому что я вам показываю, если камера выключена. Если камера выключена, это никуда не годится. И вот это ж моя туника. Я вам показывала, что там коробка, кстати, кое-что есть. Туника это бомба, это пушка. Такая туничка. Вы меня в ней видели, так что это не секрет. Туника класс. Классная туничка. Так, тут у нас тоже идут брючки. Брючки. Не знаю, тоже в лес у них, не в лес. Если не в лес, то на вырост, как говорится. Если не в лес, то на вырост пойдут. Такие тоже плотные, не летние, но классные. Так, вроде бы ничего не пропустила, не упустила. И тут у нас еще одни брюки идут. Еще одни брючки. Короче, на весь сезон такие брючки оригинальные, красивые. Тоже, ну, по длине у меня чуть-чуть короткие будут, но офигенные. Качество, видно, хорошее. Качество брюк хорошее. Материал хороший. Огромное спасибо. Все распаковала. Все абсолютно показала. За сумку вообще нереальное спасибо. Сумочка мне очень понравилась. Такая сумочка. Как вам? Кому видео понравилось, ставьте обязательно палец вверх. Кто не подписан, возможно, есть такие. Обязательно нажмите подписаться, нажмите колокольчик. Думаю, на этих выходных у нас с вами эфир будет. Посидим, повялякаем, потринтим. Отлично время проведем. Всех люблю, всех обнимаю. Будьте на позитиве. И до скорой встречи на канале, конечно же, Волчица.